Москва, 28 Авг, Эрспорт. Россиянин Константин Кравчук пробился в основную сетку открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 42,3 миллиона долларов. Кравчук в третьем раунде квалификации обыграл аргентинца Максима Гонсалеса со счетом 6-3, 3-6, 6-2. Матч продолжался 1 час 47 минут. Матчи основного турнира «Ас Опен» начнутся 31 августа.